Медали традиционного турнира оспаривали представители 21 команды. Если в прошлом году в Камысты приезжали атлеты из Кыргызстана, Узбекистана и Российской Федерации, то в этом году казахстанцам представилась возможность соревноваться еще и с борцами из Армении и Украины. Всегда верю в себя и свои силы. Но дорога тяжелая, правда. Плюс разница у меня, допустим, 4 часа с домом. Ну, тоже немаловажный фактор. Знаете, я ложусь спать, там тяжело заснуть. Хотя у меня дома там 10, а у вас уже там 2. Ну, победу сейчас посмотрим. Интересно будет побороться, посмотрим. У вас сильная команда, сильная нация. Казахи хорошо борются. Посмотрим, ковер покажет. На ковре четырехкратная чемпионка Казахстана Анжелика Щелчкова. Совсем недавно она стала серебряным призером международного турнира в Латвии, а также бронзовым в Турции. Камыстинский ковер принес ей долгожданное золото. Первое за 7 участий на этом турнире. 7 лет подряд приезжала. Сначала в призы не входила. Здесь сильный турнир, в призы не входила. А сейчас такая новенькая была только. А сейчас первый раз первая здесь стала. Боролась с нашей Кустанайской и Камыстинской. Они новенькие просто. А сама я 7 лет занимаюсь борьбой. Ежегодно родной край своими успехами прославляют и борцы Камыстинского района. Братья Ливан и Бека Джваридзе, Тимур Айткулов, Нурахан Назгуль. Лучшие борцы камыстов. Отлично показали себя и в этот раз. Две схватки я выиграл. Первую я боролся с представителем Алматы, а вторую я провел, ну, тоже с Казахстана, Талдыкургана. Выиграл досрочно. Вольная и женская борьба собрала здесь только достойных спортсменов и лишний раз доказала, что дома и стены помогают. Первое общекомандное место заняла команда Камыстинского района. Вторыми стали борцы из города Актобе. Замкнули призовую тройку рудничане.